Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем играть Assassin's Creed Истоки. Ну чё, мы сюда пришли, взяли это задание. Вот он нам стоит, ждет нас. Давай, скорее! То есть, серии до конца добьемся. Давай, Байк! Этот праздник будет чудесным! Торопись, станешь нашим почетным гостем. Вспоминаю пиры, которые я устраивал раньше в своем доме. Эх, куда ты нас хочешь провести-то? Теперь все стало скромнее. А теперь филакиты запрещают нам собираться. Эти люди далеки от искусства. Они считают, что правы. Думаешь, ты прав? Конечно! Правда рождается в хаосе. Не в порядке. О, хорошие слова, на самом деле. Я даже не думал об этом. Эй, Сену что-то видит. Ха! Забудь! Байк, это филакиты Геннадия. Я должен был догадаться, что они следят. О, это он сочинил ту вероломку. На куски порву. А что случилось-то? Куда ты делся-то, бля? Да, блядь, а? А что дальше? Погнали. Идиоты. Как они любят повторять. Это еще охрана нас напала, потому что на меня напали. Даже супер охрана. Ах, наконец мы дома. Ну что, приготовься, Байк. Это будет незабываемо. Посмотрим, подтвердятся ли рассказы Ай. А ты красный, слышь? Фан, это уму непостижимо. Байк, прошу, добро пожаловать в наш собственный Элизиум. Здесь можно говорить чистую правду. Твои пьесы все лучше и лучше. Намного удачнее твоих ранних работ. Ты это говоришь? Нихуя себе, бля, спасибо, ебать. Спасибо, Леда. Че за хуйня, нахуй? Что ж, вот оно. Надежное убежище поэтов Александрии. Стой. Ты слышишь? Это Геннадий. Похоже, его люди нас нашли. Мы справимся с ними. Фан, хватай меч. Мои чернильницы наполнятся кровью этих мерзавцев. Они атаки, блин, а. Давай, Байк! Пусть боги благословят нас! Геннадий передает тебе поклон, Фан. Каждого предателя ожидает верная смерть! Геннадий все о тебе знает. Ты чума. Да блять. Объем! Нужна помощь! Сейчас помогу тебе. Ан, слава богу, что здесь я уже. Блять, союзник без сознания. Мне нужна ваша помощь. Да пофигу, любого мочим. Подъем, нужна помощь. Бля. Бля! А ты откуда взялся вообще? Блять! Из-за тебя? Нет, ты еще жив, сука? Не, готов. Да
эта толпа, блядь, была. Охуеть просто. Фу. Куда ты побежал, а? Чё ты мне ничего не сказал? Бля, а где он? А, вот ты где. Твои, ну чё? Эти мерзавцы! Они убили нескольких моих муз! Но дракон, мой лучший поэт, к счастью, выжил. Мы должны найти способ остановить их. Байк, пролилась кровь поэтов! Это поможет нам привлечь людей к борьбе. Все, что угодно ради свободы. Мне нужно время. Мои люди помогут. Застанем филакитов врасплох. Окей, 1500 получили за задание. Можно я пройду? Пожалуйста, можно я пройду? Простите. Вот это трупаки здесь вообще чего? Так, смотрим по заданиям. Так, снаряжение у нас появился. Лук, который послабее. А, не. А, он не одет. Любой другой лук. Так. Смотрим. Карта. В данный момент у нас тут ничего такого нету. Идем сюда. А подожди, а что ты мне задание 300 метров что и показывает, я не пойму. И это не это задание. Что-то вообще такого не вижу. Не вижу ничего такого подобного. О, ну это 30 уровень. Чуть позже. Ну все, значит. Погнали на задание. Тут недалековато. Ну где тут прилично? Ты так все слышишь, идиоты. Идиоты. А тут что у нас за сюрприз ждет, который я пропустил в Александрии? Привет, друг. Что у вас случилось? Нет, мама. Мама что-то тут говорит ему. Нам нужна помощь. Снова. Мой несносный сын потерял мое подношение вместе с папирусом. Как мне продавать масло без благословения богов? Я его не терял. Стражи отняли. Тот папирус дорог мне, Меджай. Да что эти стражи себе позволяют? Ой, блин, дурдом какой-то, а. Записи. Мерзавцы швырнули их в лодку. Я найду твои свитки, Тефьеп. И подношение твоей матери тоже. Окей. Конечно, удерживаем и будем выполнять задание. Так, что у нас, куда идти надо? Понятно. Блин, далековато. Это где вообще? Подожди. А, не слишком. Пойдем пешком. Меджай готов на все подвиги. Да, лодки тут нету, погнали так. Можно, конечно, было бежать вокруг, да и маяка этого. Чё он орёт-то? Чё у него случилось, я не понимаю. Понадобится. Ну что, погнали? Ускорение.
Окей, смотрим их. Вот оно, да? А, вот они. Это такой маленькие лодочки они. Это что за подстава? Похоже, это лодка, о которой говорил Тифнет. Пожалуй, я смогу пробраться туда незаметно. Теперь эти стражи больше не будут беспокоить. А все вот готово. И подношение. Тифьеп и Тепу будут рады. Еще как. Погнали, байк. На всей скорости. На всех парах. Домой обратно, к земле, Александрию. Да ладно, Александрия. Тихо. Спасибо за лодочку. Ой, простите. Толкнул, я так беспокоюсь. Они узнают, сколь я умен. Ты снова несешь чепуху. Греки никогда тебя не примут. Примут. Я стану философом. А пусть зачем греки? Теперь ты снова можешь продавать масло. Я так за него волнуюсь. Это трудно понять, когда у тебя нет детей. Пусть Тифьеп попытается. Не переживай. Вот и мы еще задание выполняем. Высшее образование. Так, смотрим на карту. Что у нас тут вообще есть? О, что-то появилось 22 уровня. Давайте сходим туда, посмотрим. Больше ничего интересного нету здесь. Походу, вот нет ничего. Погнали. Я понимаю, что это в Александрии, ну, интересно, что тут творится. Надо качаться потихонечку, чтобы основной сюжет проходить. А все остальное мы успеем пройти. Потихонечку будем проходить. Я знаю, что сейчас DLC вышла новая. Проклятие фараона, если не ошибаюсь, называется. Ну, до него нам недалеко еще. Уйди! Ну! Эй, ты! Чуть позже поиграем. Это фигня какая-то. Идиоты! Опять что-то убийца какой-то. О, а ты куда пошел-то? Здорово. Байк, а я как раз тебя разыскивал. Теперь мы знаем, как избавиться от филакитов Геннадия. Ну, вы нашли как? Этих негодяев? Нашли. Одна группа прямо у воды, а вторая пока засела в лагере. Хватают, кого ни попадя. Еще один ездит по Канопской дороге и ведет оскорбительные речи. Вот справимся с ними... Твои поэты смогут рассказать людям правду. Мы остановим филакитов. С дороги! Что с тобой? С дороги! Окей, погнали. Блин, подожди. И чё? Ну, задание, вот оно. Верховое животное мне. Найди, убей колесницу. Найди, убей солдата, найди атакуй арсенал. Чё? Ё-моё. Вот это поворот событий вообще просто. Уйди! Ну! Ты
что делаешь? И все мне это делать самому, да? Очумено просто. Погнали. Где эта фигня? Супер просто. А, опять гоняться везде. Так. Погнали. Готов. Но там далековато находится. Мы сначала движущую цель убьем. Там от всех скрываться, блин. Неохота. Здорово, мужики. Здорово, мужики. Пошел в жопу от меня. Уроды, блин. Вот афилакит на колеснице. Я должен избавить Александрию от этих чудовищ. А как мне на них напасть? Безмене, немедленно ждет. Все готово они. Поскакали обратно. Колесница уничтожена. Тебе кого-то убить, что нам надо, да? Блин, скакать, вот эту колесницу просто убить. Не дали спокойно, стоял бы на месте, и все. И не волновались бы ни о чем. Нет, они, блин, не знаю, кого убежали еще. За ним еще следить надо, убить их. Нифига, с театром близко было. У вас проблемы. Так, он где-то здесь вообще рядом находится. Нужно быть осторожным. А, я так и думал. Зараза! Сучка. Ой, сучка. Пизда тебя. Щит не спасет тебя нихуя. Сюда! Скорее! Вы не обронили! Это лошадь. Даже там чувак где-то остался. Здорово, чувак! Опа, она явно охуел просто. Тихо, не бойся, мирных жителей не убиваю. Все, осталось еще двое. Что ты? Тебе конец. Да? Давай, урод.
Так, это все готово. Записка капитана. И лук. Это арсенал. Дальше у нас ждет. Это кто такой там ходит и все? Блять. По мне лошадь. Опешивает двигаться он, блять. Ну куда ты-то, ё-моё, а? Прыгаешь. Блин, далековато от нас он. 200 метров. Обелиск. Бля, не говори, что он на той стороне. Тот отряд, о котором говорил Фан. Нужно убить их. Может, я сумею поджечь Филуп? На куски порву. С дороги! Что за хуйня вообще? Вообще супер. Да пошли в жопу. Пока есть дыхание, наебем сейчас их. Как будто они ждали тут воду, а знали об этом. Ой, не знали об этом воде. Блин, эти отряды, это прекрасный, конечно, он наверху находится. Ой, блин, забираться трудно. Я смогу тут забраться, интересно? Да, супер, молодчину байк. Бля, ебать его нахуй. Уходи, байк, уходи, байк, быстро. Чмошник, бля, пидор ебаный. Какого уровня-то? 20-го. Ну, по идее, мы должны его завалить. По идее. Но я не буду уверен в этом случае. А, ты гуляешь что здесь, а? Байк, ты вернулся. Все кончено? Теперь на улицах Александрии снова можно славить свободу. Это не факт. Я расправился со всеми филакитами Геннадия, Фан. Байк, отныне ты поэт смерти. Несите людям свое слово. Люблю тебя, Байк из Сивы. Ты останешься самым прославленным меджаем в истории. Это прекрасно. Это все прекрасно. Ну и что, все? Здесь больше заданий у нас не будет. Так, снаряжение.
Потом там мог появился, я так понимаю, да? Да, круче нашего. Да, а, и транспорт у нас появился. Пасус. Спасибо, но он мне не нужен на самом деле. Мне хочется обычную лошадь. Не супер способность и все остальное. Так, дальше у нас тут у нас что-то появилось. Да. Все, пацаны, способность мы никуда деть не можем, потому что одна штука. А что, если хотел прокачать, я его забыл. Вот это что ли получается? Ну, хорошая штука на самом деле. Ладно. Окей, что нам дальше ждет? Так, по заданию, карта. Я так понимаю, тут больше заданий у нас нет никаких. А вот тут нас задания ждут. Испытания, все бики. Чего? Понятно. 31-ю. Ну, это уже мы можем выполнять, но я не буду в данный момент. Так. Это все понятно. Это тоже. Нам где-то здесь надо выполнять задание. Вот здесь примерно. Ну, у нас есть задание. Не забудьте. Вот это вот. 25-й уровень. Поделки из Сиви. Смотрим, куда нам надо. Сейчас, секунду, давай посмотрим. Египет. Синяя долина царей. Потому что фотографий дофига. Ну, пока здесь находимся. Смотрим, куда 7 километров получать, да? Ё-моё. А, нам со мной сюда надо, да? Давайте быстро. Перемещалку туда. Возьмем то задание, скорее всего, и будем уже заканчивать серию. И будем выполнять все эти задания, которые у нас оставшие. А потом, после этих заданий, начнем уже, я думаю, скорее всего, основному перейдем. Можно так сказать. Да, это пока у нас он шоу, загрузки и все остальное. Так, это мы знаем, тут есть задание где-то. А, вот оно. А, вижу. Этот юноша повинен в богохульстве. За что ты убьёшь-то? Его наказание урок для прочь. Да кого, чего, за что, почему? Давайте послушаем. Жрец, что сделал этот юноша? Тебя это не касается. Уходи. Мальчишка получит по заслугам. Себик мой бог. Себик мой бог. Я его раб. Эй, в чем твоя вина? Я перевозил золотые статуи Себика в Крокодилополис. Мой корабль пошел ко дну у маяка. Я чуть не погиб. Статуи пропали? Я их не крал. Тихо! А ты назад, отребье! Эй, не угрожай мне. Я Меджай. Если он говорит правду, я найду статуэтки. Если лжет, делай, что хочешь. Нужно осмотреть Октарему.
Вот и еще задание 27 уровня. Украсть у Бога тягчайшее преступление. Наказание за такой поступок должно быть суровым. Так, смотрим, что у нас дальше еще есть здесь. Ну все, кажется, тут больше заданий у нас нету. Тут подуходит тот. Всем пора. Ну ладно, сейчас он дойдет. Нифига он орет далековато. И прям на этой ноте, я думаю, останавливаемся. Увидимся уже в следующей серии других прохождений. Всем удачи вам. И пока.